Внезапное появление сопляка может быть хорошей возможностью. Ладно. Спрячь где-нибудь диктофон. Бери его каждый раз, когда будешь идти на дело с сопляком. Я знаю, о чем ты сейчас думаешь. Но мы так долго наблюдаем за ним. Необходимо воспользоваться этой возможностью. Повременим еще немного с твоим зачислением в полицию. Я уже 2 года жду. Сколько мне еще ждать? Сначала я помог вам в деле брата Хуна. Разве то дело не закрыто? Я знаю. За эти 2 года ты очень нам помог. Однако сейчас не самый подходящий момент для твоего зачисления. Если только ты не решишься покинуть улицу Майон. В противном случае, как только тебя зачислят, там сразу узнают о нашей операции. Здесь, там. В конце концов, чтобы полностью внедриться в банду, я оказался ни здесь, ни там. Нигде ничего не значу. Ты можешь стать отличным полицейским. Вы не можете уйти? У нас здесь маленький магазинчик. Смеешь требовать у нас деньги, старуха? Тебе что, жить надоело? Не уходите, не уходите. Мой внук еще учится. А вы сюда часто приходите и берете все даром. Как же мне сводить концы с концами? Ты постоянно требуешь за все деньги, из ума выжила совсем. Вы не можете уйти. Мы живем лишь благодаря этому магазинчику. Вот старуха совсем ополоумела. Следи за языком. Бабушка, ты в порядке? А это не сын того убийцы с улицы Майан? Сын убийцы! Это сын убийцы! Вы зачем бабушку обижаете? Извинитесь. Братишка, ты знаешь, с кем сейчас разговариваешь? Кем бы ты ни был. Извинись перед бабушкой! Ты... Не надо, не надо! Не нужно извинений! Не нужно! Щенок, сегодня на правах старшего я преподам тебе урок. Не деритесь, не деритесь! Не бейте его, не бейте его, не бейте! Умоляю вас, не бейте его! Умоляю вас, умоляю, не бейте его! Сяо-Тянь! Сяо-Тянь, не нужно драться! Не дерись! Не бей его! Сяо-Тянь, не бей его! Не нужно драться! Сяо-Тянь!